24 часа в сутки, 7 дней в неделю они несут службу и обеспечивают безопасность водителей и пешеходов. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. В торжественной обстановке начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров, полковник полиции Андрей Чернышов, поздравил личный состав и отметил успехи отдела. Выполняем серьезные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике дорожного травматизма, в том числе детского дорожного травматизма, выявление и пресечение преступлений, административных правонарушений, охрана общественного порядка, обеспечиваем безопасность и охрану общественного порядка при проведении общественно важных мероприятий, спортивных мероприятий, выполняем задачи по сопровождению специальных грузов на территории Российской Федерации. И неплохо выполняем свои задачи. Уровень преступности на территории города Саров стабильно в 2 с небольшим раза ниже, чем средний по Нижегородской области. Андрей Чернышов добавил, что каждый вносит свой вклад в улучшение охраны общественного порядка и криминогенной обстановки на территории города. На торжественном мероприятии кому-то присвоили звание лейтенанта, кого-то наградили благодарностями и почетными грамотами. На областном уровне отметили работу старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Елену Пантюхину. 2 года назад я поступила на службу в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения на должность старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения. За это время я узнала не только свою должность, да, не только свои обязанности, но еще и другие. Еще больше стала уважать сотрудников полиции, потому что данная служба является одной из самых сложных. И условия службы тоже иногда бывают напряженные. Сам праздник относительно молодой, он появился только в 2009 году, а служба была образована 88 лет назад, когда в Советском Союзе появилась первая государственная автомобильная инспекция. В день образования госавтоинспекции хочется поздравить сотрудников госавтоинспекции города Саров с праздником, пожелать им успехов как карьерных, так и личных. Служба сложная, связана с разными ограничениями. Поэтому хотелось бы пожелать сотрудникам, их семьям терпения, удачи, чтобы каждого сотрудника ждали дома, они домой возвращались, и все у них было хорошо. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.